Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как я прикармливаю рыбу в своем пруду. А пруде он у меня 40 на 40 метров, плюс вот видите островки. Глубина максимальная около 3 метров. Летом, когда пересыхает, вот прошлое лето было сухое, где-то к августу, наверное, около метра была максимальная глубина. Но тем не менее рыба живет, растет, когда кормишь ее. Сейчас я хочу показать, как я приготавливаю с минимальными затратами корм. Вот я беру казан, туда насыпаю картофельные очистки, свекольные, моркови. Все это варится, потом добавляю пшеницы. Она запарывается, видите, разбухает. Потом все это нужно потолочь, чтобы мелкие фракции были. И прикармливаю. Естественно, хочется что-то добавить новенькое, поэтому хочу приучить рыбу, чтобы она кормилась по сигналу. Ну и рассчитываю, что и ловить тоже буду по сигналу. Повесил старую сковородку чугунную на свое приспособление. Стучу по сковородке, ну, 5 раз. Так. И бросаю корм. Ну вот этого казана на 2 раза мне хватает. Раз утром и вечером раз. Ну, достаточно. Некоторые советуют кормушку делать. Да, у знакомого был пруд, он, когда вкосил сено вокруг него, решил туда бросить, чтобы было питание для карпа. Ну и больно было смотреть, когда огромные карпы, естественно, подохли. Трава начала гнить, стало мало кислорода, и вся рыба всплыла. Поэтому траву я не бросаю, ее и так здесь достаточно. Даже думал как-то пустить толстолобика или белого амура, чтобы он ее съел, но пока это не так критично, все-таки пусть будет для рыбы тоже укрытие и какая-то пища. Будем ждать результаты. Да, еще иногда вместо пшеницы буду добавлять комбикорм специально для рыбы. Прикармливать пытаюсь в одно и то же время, 2 раза в сутки.